На фоне вяло текущего Евромайдана также вяло решили собраться и сторонники таможенного союза. И нашли подходящий повод – 360 лет Переяславской Рады. Обращаясь к нашим политикам, мы не видим их, да, на возложении цветов в этот день. Мы не видим губернатора, депутатов. Почему-то на различные другие даты всегда присутствуют. Активисты пророссийских организаций считают, спустя почти 4 века история просто обязана повториться. Украина должна пойти рука об руку с Россией по политической, экономической и культурной дороге. Договор, заключенный на Переяславской Раде, спас малороссийский народ, который иначе был бы ополячен, акатоличен или, как говорят сегодня, евроинтегрирован. Активисты даже планируют собрать подписи одесситов за вступление в таможенный союз. Такой вот ответ списком за евроинтеграцию. Ксения Ноздрова, Александр Шулятиков, Новая Одесса.